Всем привет, с вами Кроваш74, и сегодня мы рассмотрим очередную модификацию для игры Spintyros. Это у нас трактор МТЗ-82, версия 2.0. Ну, собственно, это трактор Белорусик. Для тех, кто еще не понял, заменяет он стандартный у нас ЗИЛ. Да, ЗИЛ. Давайте мы его посмотрим на широкой реке. Да, действительно, вот он наш. Извините. За то, что кашляю. Простыл. Вот он наш Белорусик. Но звук-то у него от. Как он называется-то, боже мой. Что-то это адовая петличка, табличка. Звук-то здесь зиловский стоит. Да как этот рычаг-то взять? А, ну да, действительно. Да, действительно. Звук у него зиловский. Ну, сразу можно, конечно, немножко придраться. У него дым выходит чуть-чуть вперед, то есть поток выхлопа очень высокий. И из-за этого он сразу вверх не идет, он вылетает на какое-то расстояние. Ну ладно, не будем придираться. По внешнему виду, да, это действительно, это красивенькая моделька. Так, сейчас включим. Да, задние стопарики загораются. Мне не нравится, и мы уже рассматривали подобного рода текстуру. Это, не помню, что за модель была, уже столько обзоров было. Извините, не припомню. Но такой же текстурой обладал какой-то автомобиль, и на нем были покрышки точно такого же цвета. Я еще говорил, что напоминает какой-то камень, скалу какую-то. Где в реальной жизни видели таким цветом покрышки? Объясните мне. Да лучше уж на худой конец их черными сделать. Сама модель не очень далека от оригинала. То есть очень даже качественно так все сделано. Кстати, стопарики тоже загораются. Да, стопари тоже работают. Вот с табличкой тут целый геморрой. Да. Чуть-чуть камеру передвигаем, и исчезает табличка. Ну, не в этом вся соль. В салоне проработка очень хорошая в салоне. Не учитывая то, что все стекла грязные. Все равно все видно, все рычаги, все на месте, как и должно быть, руль, сидушка, все замечательно, все отлично. Единственный, наверное, нюанс, я... А, ну да, вообще-то на них есть полный привод, на этих тракторах. Да, я вспомнил. Итак, что же нам предлагает, собственно, автор, я сейчас... Зачитаю. Трактор МТЗ с 12 аддонами, из них 5 прицепов, причем почти каждый из них вы сможете управлять через кнопку функции клавиши V на клавиатуре. Кроме того, имеется 3 комплекта колес. Да, действительно, 3 комплекта колес. Давайте начнем тогда с колес. Раз уж остановились на колесах, значит, будем начинать с колес. Да что-то, это адовая камера. Так, колеса, увеличенные колеса. Ну да, действительно увеличивается заднее колесо. Вау, двойное колесо. Замечательно вообще. Собственно, так и поедем. Так, далее, давайте немножко отгоним. Ну, звук, конечно, зила, это вообще, это шедевр, да. На таком тракторе. Ой, колесо, ты куда поехала? Так, бакет, отвал. Проверяем функции. Почему стрела? Собственно. Вау, высоковато задирает. Так. Так. Серёдка,
Не люблю я, конечно же. Сейчас, секундочку, я включу геймпад. Не могу я на клавиатуре с этими кнопочками. Вот, мне гораздо удобнее это делать на геймпаде. И что? Он равнять мог? Ну, я не вижу от него какой-то пользы, собственно. Если, допустим, на Татре у нас реально прокапывал, то здесь он реально не копает. Да, он ничего не делает, это фишка. Этот отвал, он, в принципе, не рабочий. Ну, работает, функционирует, но функциональную принадлежность он свою не выполняет. Далее. Вау. Да ладно, это еще один эвакуатор. Так, проверяем. Так, open. Open. Так. Так. Что такое? А что такое? Ничего не пойму. А что такое? Это, наверное, подставки выдвигаются. Ничего не выдвигается, собственно. Так, а сзади мы можем посмотреть? Нет, тут не предусмотрена камера сзади. Так, давайте пересядем в УАЗик и испробуем. Так, пересесть. Интересно, я что, подпрыгнуть должен в этот прицеп? Ну, хотя бы по-хорошему, если так рассматривать, то есть хотя бы здесь не так уж сильно и лагает. Оп-оп-оп-оп, подпрыгнул, мы это видели. Ты от нас, сука, не спрячешь это. Я не пойму, на чем сюда заезжать, УАЗик провалится сейчас. Так, нужна какая-то большая тачка, собственно. Прицепиться я могу к чему-нибудь? Да. Отлично. Пересесть. Сюда. Давай. Так. Поворачиваем. Так, УАЗик нужно зацепить. Что такое? Что-то случилось? Не надо ничего. Я не понял, а куда? Стопэ. Что-то пропало. Или мне кажется? Или мне не кажется? Стоп. Что-то я вообще запутался. Где? Где эта табличка? Где-то адовая табличка. Это что-то идти, твою мать, как его правильно расположить-то? Ой, он отцепился, паскуда. Есть, да. Я и думал, что-то произошло, походу. Так, УАЗик. Автоматический газ не надо, лебедка. Поехали затягивать его. Да, смотрите, он затягивается, действительно. Что, еще один эвакуатор рабочий? Все. Так, open не надо, ничего не надо. Я так понимаю, что все работает у него, что ли? Не может быть. Так, давайте я время сразу перемотаю. Сделаем полдевятого утра, как обычно, приблизительно. Так, прокатимся чуть-чуть. Я не понял, почему мы не едем. Собственно, все включено. Видимо, прицеп, он очень тяжелый. Трактор вообще не едет с ним. Такое впечатление, что как будто прям трос какой-то держит меня. Колеса крутятся все в разные стороны. Нет, вот сейчас нормально стали. Так, давай-ка с разгонщиком. Нет, по грузоподъемности этот прицеп получается неподъемным для этого трактора. Я не знаю, зачем этот прицеп вообще придуман. Если трактор его кое-как волокет. Учитывая на нем, что только УАЗик, допустим. А если загнать сюда, ну, например, этот, как его звать-то, МАЗ,
здоровенный этот военный МАЗ. И что тогда будет, собственно, с этим бедным трактором? Этот прицеп нужно в другой какой-то мод засовывать, заталкивать, запихивать и прочей лабудой заниматься. Так, все, я накатался на нем. Мы смотрим дальше, что у него еще есть. Стойте. Отцепляем. Лифтер. Подъемник. Подъемник. Проверяем. Так, стрела. Отличная стрела. Очень уж он резвый. Уж очень резвый он, очень резвый. Так, смотрим дальше. Кран. Да, вот он прогрузился кое-как. Поехали. Я не пойму, что двигается сейчас, собственно. Да иди нахер, эта табличка вечно мешает. Твали, заноза. Так, ну да, кстати, сама стрела, она, собственно, мешает колесам. Они, видимо, насквозь. Хорошее слово, насквозь. Так, так. А, ну да, вот, он разбирается. Так, меня интересует больше стрела. Да, стрела, кстати, работает. Так, так. Отлично. Кстати, длиннющая стрела получается. Да не очень. А, ну да, выдвигаться. Блять, но он раскладываться полдня будет. Так. Да, кстати, адекватно работает стрела. Я бы не сказал, что она слишком быстро работает. Блин, УАЗик-то отвезли, конечно, плохо. Ого! Мать честная. Оба она. Прям под музыку тусуется трактор. Тут надо отдельный видеоклип можно снять про Беларусь. Что, он перевернется, нет? Да, мне кажется, если эти бодяги сложить. Так. Стопы. Стой на месте. Ты тоже. Отлично, начинаем тусовку. Блин. Так, 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 так. Во. Оп. Черт, его раскачать надо. Вау. Почти перевернулись. Ах, еще немножко. Да. Ну ладно, хватит дури маяться, собственно. Извините меня за это. За этот, так сказать. О, господи, краш-тест. Тест краш. Так, что этот ковшик, собственно, делает? О, мы начинаем получать урон. Замечательно. Поехали назад. Копает, нет? Урона получаем. Вообще катастрофа какая-то. Так. Стоп. Так. Вот. Отлично. Поехали. Нет, он ничего не копает, собственно. Еще больше проблем от него, собственно. Урон мы получаем страшенный.
Так, айда отдыхай, все, ладно. О, да, бревна. Так, установлено. А, ну это передний этот отвал, черт. Бочка, знакомая бочка где-то, видели уже в модах. Так, прицеп 2. Расположите свой грузовик правильно. Давай проедем немножко, что, проблем что? Вау! Он этот такой как тащит, а это что? Ну, кстати, неплохо сделан прицепик. Кстати, давайте проверим, лагает, не лагает. Нет, смотрите, ничего не лагает, все замечательно работает. Советую вам этот прицеп вытащить и взять на заметку. В какой-нибудь другой мод затолкать ее. Так, третий прицеп. Что за прицеп? Но он не размещается. Что-то надо проехать, что ли? А, проехать. Стопэ. Короче, он не размещается. Да ты чё, мать твою? А, ну да, может быть. Ну, давайте попробуем. Так. Прицеп 2. Ставится. Прицеп 3. Поставился. Да, видно, что ничего не лагает. Я подтверждаю, ничего не лагает. Так. 3. 4. 4 тоже не лагает. Ну вот может. Вот могут же, когда захотят сделать. А, кстати. Что-то какие-то проблемы с колесами, что ли? А нет, нормально стали колеса. Были как будто подогнуты немножко вовнутрь. Прицеп 5. Железный металлический прицеп. Нормально вообще. Хорошая тема. Кстати. Ну давайте еще для красоты поставим кран. Лопату. Что здесь? Все. Больше ничего не поставить. И так. Лопата. Поднимем. Все, сделаем красиво, поехали. Да, никак. Я скажу, что в принципе сама модификация, задумка очень хорошая. Реализации нету, вот в чем дело-то. То есть аддонов много. Но все не доделано. То есть, видимо, разработчик брался и бросал все на полпути. Вот почему мы, собственно, в гору не едем? В чем проблема? Вот, теперь вообще что-то прямо удивительное. Мы стоим из-за какого-то маленького камешка. Это очень, так сказать, мощный трактор. То есть, по проходимости он очень хорош. А здесь мы из-за какого-то маленького камня не можем проехать. Ой. О, УАЗик, здорово. Реализации нету. Это, конечно же, очень плохо. А сама задумка очень хорошая. Модификации, вот в принципе с этими прицепами, с этим эвакуатором, это очень даже прикольно. То есть можно, да, реально, я так понимаю, можно будет загнать туда и Урал, и КамАЗ, в принципе, на этот эвакуатор можно будет все затолкать. Все, мы опять встали. Короче, я дальше никуда не поеду. С меня, собственно, уже хватит. Уважаемый мододел, доделайте, пожалуйста, свой мод. Очень хорошая задумка, повторюсь. Но если сделать ее грамотно, то получится все нормально. То есть сама модель очень хороша, Белорусик, трактор. Он проходимее гораздо.
То есть тут такое впечатление, что передний привод, он в принципе вообще не работает. И он втыкается в каждый камушек. То есть мы едем, и он втыкается в каждый камень. Вот. Полный привод, все включено. Мы не едем. Собственно, вот так вот. С вами был Карабаш74. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Рассказывайте своим друзьям, пускай тоже подписываются. И на паблике, на YouTube, на мой канал. Будем развивать канал. Будем что-то новое придумывать. Предлагайте свои идеи, пишите в разделе на паблике идеи, предложения, какие игры интересуют вас и все прочее. Потому что идеи — это всегда хорошо. А когда много думает людей об идеях, то это вдвойне хорошо. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.